ну там такая не сильная такая большая яма. Вот, а вот там где-то 90-й калибр, а тут 152-й калибр. Вот. Короче, а вот День прапора, но они не российские праздники, и на эти праздники всегда стреляют. Вот, часто. Есть такие снаряды, у них там как бы определенная масса пороха. Вот, и короче, там есть средняя, маленькая и большая. Вот тут была большая, а там средняя. Вот. Ну и по яме, она вся вот такая вот глубокая, бывает маленькие, вообще маленькие. Как ты отмечаешь праздники, да? Чтобы не мешали в кадре. Ну, у нас, получается, здесь упало, и вот в саду. Мы сидели в подвале, все сыпалось, все летело, и это был ужас. Я не хочу вспоминать. Мне очень тяжело. Не хочу. На дедушку упало вообще стекло. Он был весь в осколках, но, слава богу, он не поцарапанный, ничего. Ну, у меня видно шок. Да, я не могла разговаривать. Это я просто сейчас как волнуюсь. Вчера я вообще заикалась. У меня ж... Это мой поле. Ты туда оттуда, на кухню, да? Залечи.